Всем доброго времени суток, друзья мои. У нас очередная рубрика «Автохлам». Есть такая рубрика у нас на канале. Называется «Автохлам». Прошу любить и жаловать. Итак, покажите. Сейчас наш прекрасный оператор покажет. Вчера я посмотрел, как здесь, в общем, такой головняк на этой корейской автомобиле, чтобы поменять в лампочки. Сегодня мы ставим вот эти две прекрасные, два габарита прекрасных светодиодных. Они же и будут ходовые огни. На данном автомобиле у меня они перегорели, как и на Mitsubishi L200. Там почему-то они горят, вот эти все. Их почему-то не меняют. У меня, я там поменял светодиоды, поставил, здесь поставлю светодиоды. Сейчас я вам покажу нюансы и все. У нас, между прочим, идет дождь, друзья мои. Сегодня планы были на коп съездить, пенек выкорчевать. И все, сами видите, дождина поливает. С утра как встали. К 10 часам сейчас нам должен прийти масляный фильтр на экзисту. Там воздушный фильтр уже лежит и топливный фильтр. Сегодня к 10 часам, если он придет, то мы еще в Киров сегодня уедем. Заберу, масло я купил, осталось трансмиссионку масло купить. Но я на Лукойле заеду, на заправке там возьму. И мы к дяде Леше ее загоним, все поменяем. К зиме мы сделаем, мы ездим спокойно. Так, открываем капот. Сейчас я вам покажу нюансы замены лампочек. Это что-то здесь, с чем-то. Так, где тут рычажок? Сейчас наш прекрасный оператор покажет. Покажите, Юлечка. Нет, наверное, я сам покажу. Переносочку-то, помните, купил. Смотрите, чтобы поменять лампу, она, как это вам показать, друзья мои, она стоит вон под теми крышками. Там даже, ну а там крышка стоит. А здесь, чтобы эту крышку снять, смотрите, куда заходит патрон. Здесь ее вообще не снять, здесь фильтр воздушный мешает. Дядя Леша, мы посоветовались, и он сказал, что, на-ка, Юль, держи эту штуку. Он сказал, говорит, давай мы фильтры снимем, все сделаем. А я вчера в интернете посмотрел, оказывается, ларчик просто открывался. На данном автомобиле снимаем защитную сейчас накладку. Идет три крепежа и один вот здесь. И фара снимается. Сейчас мы этот трюк повторим. Также я посмотрел, как меняется топливный фильтр. Меняют его два. Кто-то его вот так оттуда достает, а кто-то вместе с креплением отсюда откручивает. Мы еще не посмотрели, как. Корпус оставим, только фильтр заменим. Взял делфовский, тоже сделаем. Все, сейчас начинаем откручивать. И все, снимаем. Нам сейчас, знаешь, что понадобится? Съемник. Съемник-шъемник. Под клипсы, я не знаю, как ее. Но они, может, так выкручиваются? Хрен выкручиваться. Их надо будет чем-то под. У меня есть разная куча съемников. Сейчас мы их чем-нибудь... Вообще можем вот этой, у меня есть. Ее фишка в чем? Ее подковырнуть надо, и она пойдет, видишь? А так ее хрен подцепишь. Вот и все. Да, так, где у нас, Юлька, вот эту штуку? Давай мы поставим ее сюда. Сейчас мы снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 аж клипс. И посмотрим за одним чудом. Между прочим, друзья мои, покажи, Юль, походу радиатор не родной стоит. Не знаю, чего он приколхожен. Смотри, как проставки сделали. Здесь как будто он покороче. Вот, Юль, вот здесь, наверное, даже видно будет, если покажешь. Вот в этом месте. Видите, он пониже стоит основной стойки. Хотя вот покажи, Юль, наклеечку. Радиатор стоит корейский. Видно, только не знаю, от какого авто надо пробивать по номеру. Не знаю, почему так сделано, интересно. Сейчас скроем панель, может, еще сюрпризы увидим какие. Ладно, сейчас я откручу, не буду вас задерживать и будем снимать. Еще особо внимательные зрители заметили, что фара треснута. Крепление фары треснуто. Кто-то говорит, в тебе была лобовая авария. Так я думаю, если бы лобовая авария была, так и стекло бы разбилось, наверное. Логично же. Логично.
Так фара-то она блоком идет, я так понял, если треснула бы. Нет, наверное, я не знаю, что тут. Сейчас увидим. Да. Что тут было? Нам бы, по идее, еще сеточку на решетку радиатора сделать, как у нас было на прошлой автомобиле. Было бы замечательно. Все, последняя клипса у нас. Значит, что нам откроется сей раз? Ой, Юлька, у нас тут... У нас же стоит подогреватель. Но я его уберу и поставлю китайский. Этот мне не нравится. Здесь все сделано четенько. Я только перекинул, уже заказал его. Подогреватель 220 вольт. Видим, розетка у меня есть. На 2 киловатта я поставлю. Лихан или как он называется. Это наши русские. Шляпа такая, горят моментально они. И уберу я его. Потому что он не рабочий, там тент, по-моему, сгорел. Или движок сгорел. Так и я не стал даже разбираться, взял, только новый купил. Подогреватель топливной системы, в общем. Так, мне надо, Юлька, кусачки сейчас я принесу. Вот я отстегну его отсюда. Кусачки взял. Сейчас я тут красный джемпер отрежу. Итак, что нам представляется в виду? Сейчас я вам покажу. Надо будет подсветить, видим, что радиатор интеркулера стоит, и вот наш болт, видите, вот этот болт, раз болт, держи, Юль, два болт и три болт, и все, и фара снимается отсюда, сейчас мы ее снимем и поменяем, вон они стоят, вот эти, вот, сгоревшие, мы поставим светодиодики. Кто-то говорит, это радар. Здесь, в общем, наколхожено фишек всяких. Здесь стоит сигнализация, но у меня пульта нету. Вот эти мошенники, как они называются, аксель-кар, которые мошеннические продают в Кирове машины. Вот эта шарашка. Почему они мошенники? Потому что они в объявлении указывают одно. Вот на этой машине было указано, что есть у нее круиз-контроль, комплект ключей. Расписано, мама, не горюй, по факту ничего не оказалось. Машина не была подготовлена, и, соответственно, это уже есть мошенничество. Уже их за это можно привлечь, вот эту фирму. Так что в эту шараге в городе Кирове на рынке никогда не обращайтесь. Избегайте этих мошенников. Чисто по люди мошенники, по которым тюрьма плачет. И вот стоит, видите, антирадар. Тоже от него ничего нету. Хрен его знает. Эту шляпу тоже надо убрать мне отсюда. Потом я это все отключу. Все, снимаем мы сейчас блок фары, будем заменять. Так, что тут вам еще да показать? Я не знаю. Обогреватель показал, фильтр показал, сигнализация, видите, стоит, пультов у меня от нее нету, все это будет убираться. Поеду я, наверное, есть шумка 43, организация в Кирове, хорошо ставит, недорого, наверное, к ним мы съездим попозже. Все это отключим, все выкинем, поставим другую сигнализацию, все это уберем. Также надо бы еще ключ один отключить. Второго ключа тоже нету. Вот эти мошенники, которые продают на рынке. Аксель-кар фирма. Они, в общем, ключ у меня зажали. Походу, угоняют еще машины. Но это не точно. Но подозреваю, что занимаются еще и кражами. Продадут потом, через полгода, машины исчезают у хозяина. Надо проверить, были ли такие случаи. Ну и все. В принципе, проблемы на этой машине с двигателем вот в этом натяжнике. Иногда он рассыпается, начинает шуметь. И плюс еще вот тот шкив на коленовале тоже демпфер разваливается. А так, если чистую солярочку заливать, проблем с движком нету. Так, ладно, сейчас фару снимаем. Что, давайте с самой проблематичной фары, которой не подлезть. Один болт здесь у нас такой, а другой другой. Так что у нас сегодня вся работа стоит. Из-за этой погоды ни на коп не съездить никуда. Будем заниматься автомобилем. Я не знаю, может, вам не интересно это. Но можете пропустить данное видео. Но пусть для истории останется. Так, на 10. Вот здесь давай с удлинителем сделаем. У меня есть наборчик вот такой, Юль, покажи. У меня два их наборчика. Один еще больше есть наборчик. Но этот, зараза, вот самый удобный. Я еще убрал его для первого квадроцикла. И вот он у меня, ну вот вообще прижился этот. Самый-самый, наверное, удобный набор. Здесь только рожковых ключей не хватает. А так все четенько. Сейчас посмотрим. Это я на ютюбе насмотрелся ролики. Один мужчина показал,
информации по машине мало. Такая машинка, она, когда выпускалась, вот это поколение машины, 2000 вышло в 2012 году, потом там доллар подскочил, и все, они свернули все производство, невыгодно стало, неконкурентоспособные автомобили стали. По цене они такие же выходили, как японские. И все их закрыло, и так что машина не особо популярна. Не успели они раскрутиться, корейцы. Все, три болта снял, давай, Юлечка, будем пробовать. Как-то он вот так взял, и легко. А, с этого вот надо скинуть. Здесь, смотри, вот этот клипса. С нее надо скинуть, и фара отойдет. Погоди. Не так-то это просто скинуть. Надо вот этот. Здесь она в тулочке, на такой пластиковой сидит. Якобы. Нет, я ее скинул. Где-то ее что-то держит. А где ее что держит? Где-то Юлька вот здесь ее зажимает, вот в этом углу. Наверное, вот здесь надо снять. А, во, пошла. Пошла, пошла, родимая. На роликах у нее так все просто. Где-то у меня, ребята, фара что-то держит вот здесь. А, вот он, опять засел он. В этом месте. Ну давай, вылазь, чё уж ты. Блин. Опять у нас. Во, всё. Фару снял. Достаем блок фары. Смотрим, бита крашеная. Ну-ка. А что тут у нас? Нифига тут не бита. Все по заводскому. Если оператор тут покажет, все видно. Все четенько. Вот это крепление только не родное поставлено. Убрать его надо, отключить вообще. Нахрена, ну ладно, это мы потом займемся. Ну и все, давай переходим к блоку фар. Покажите, оператор. Нам что надо, наверное, вот эту нижнюю, да, или какую? Вот это сбоку. Это не это, не это, вот здесь стоит, должна. Вот он, мерзавец. Не-не, сейчас мы его аккуратненько вытащим. Он даже тут не закреплен ни на чем. Видим перегоревшую лампочку. Как обычно вот ставят вот. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас зайдем и проверим сразу же. Плюс-минус нам тут надо не перепутать. Ну ладно, мы сейчас ее сначала в деле проверим, потом я закручу все на место. За место еще и ходовых огней она у нас будет. Нормально. Оп. Туда-то? Вау, как себе домой входит. Так, что делаем? Давай сейчас заведу, и ты посмотришь, горит ли она вообще. Иди, Юль, с этой стороны. Вот здесь лучше будет видно. Не заведу, а включу зажигание. Вообще, будет ли работать? Горит, да? Ну и все, за место ходовых огней у нас будет. Видите, они нормально. Мне написали мужчины, что не бойся, никто тебе не оштрафует, и права не отоберут. Вот эти габариты, они допускаются. Это не фары я ставлю. Это даже не ходовые огни, это просто габариты, ребята. Все, нормально. Ту-ру-ту-ру-ту-тум. Ну что, Юлечка, собираем. И вторую фару точно так же. Вот смотри, решетка снимается тоже легко. На клипсах снять и сюда сделать на решетку эту сетку. Антимоскитную, чтобы радиатор не забивал. Смотрите, как удобно чистить радиаторы здесь. Щеточкой, да? Не как вот там у нас. Не надо менять. А? Не надо менять. Кого? Радиаторы? Не, здесь нормально все. Радиатор интеркулера здоровенный стоит, между прочим. Не как на Эльке. На Эльке маленький стоит. Здесь вообще большой. Потом радиатор стоит, компрессора, не как он, охлаждение, этот, кондиционер, ну и водяной. Ничего, собираем на место. Так, вставляем, покажи, как она будет вставляться. Туда легко. Так, здесь все, все.
Она даже там не фиксируется, мне кажется, ничем. Просто болтается, что ли. Погоди, может здесь где-то зацепы есть? Нет, зацепов нету. Она вот за счет этих. Да. На, вот здесь ее расширяют вот эти штуки и все. А зацепов никаких нет. Парадокс. Ну ладно, пусть она там стоит. Все, собираем блок фар. Также и фары меняются. Ставим крышечку на место. И все. Четенько. А то мы ездили с противотуманками. Сейчас у нас будут габариты. Так, ну что тут, елечка, еще-то поменять? Больше и нечего менять-то, все нормально. Ставим на место фару. Еще одна проблема, как ее поставить. Но я думаю, труда особого не составит. Застегнуть, защелкнуть ее туда. Да? Как думаешь? Как-то... О, все. Фара встала. Видим. Встала ли? Да, встала. Чего? Нет, так и все есть. Здесь так и щель идет. Вот здесь щель, и здесь точно такая же щель идет. У фар. У блока фар. Смотри, вот здесь точно такая же щель. Все, закручиваю на место. Ко второй фаре полезем. Где это у меня болтики, не помнишь? Покажи, как она выглядит. Все, одну фару мы поставили. Сейчас мы откручиваем вторую. Вторая, между прочим, покажи, Юль. Смотри. Даже не затянутый болт. Или резьбой не там сорвали. Видно? Не закручен болт. Только ты меня это... Че, вон? Вот так вот сейчас покажу. Вот здесь не закручен болт. Может, резьбу сорвана. Покажи свет еще. Я сюда еще добавил вечером свет. Маленькую лампочку, видите? Тоже. Для чего? Чтобы она светила мне сюда к капотному пространству, если вдруг мне вечером надо что-то будет поделать. А что они этот болт не закрутили? Нет, резьба не сорвана. Нет, просто не закручен, и все. Вот же мерзавцы, а. Взяли болт, наживили, а забыли закрутить. Ой, опять дождище бьют, юлечки. Как бы нам крепление тут не оторвать сейчас, снимать будем когда. Я, пожалуй, наверное, все эти резьбы сейчас эти смажу еще. Вот здесь туго идет. Надо будет резьбу помазать. Что ты думаешь, телевизор мененый? С разборки, наверное. Хотя не похоже. Даже болты-то вроде не откручились. Покажи, он, Юль. Краска-то не содрана. Видишь, если ты приблизишь. Ее сбоку обычно краску-то, Юль, показывают. Вот на гранях, а не сверху. Да, видишь, краска-то не сорвана нифига. Мне кажется, даже телевизор-то не снимался этот. Отойдите, пожалуйста. Сейчас будем снимать. Этот еще поставим, поменяем. Посмотрим эту бочину. Бита крашена, перекрашена. У меня, знаешь, нету заглушки, покажи, Юль. Я не знаю, где такую заглушку взять резиновую. Я уж предлагал Юльке идти по Кирову и такую машину, но если увидишь, заглушку содрать с нее. Я не знаю, где купить. Да, я шучу. Не, можно на принтере напечатать, но дело в том, что они здесь стоят резиновые. А на принтере я пластику, все равно влага будет попадать под болт. А где-то мне эту резинку посмотреть у официалов. Дальше, что не хватает? Покажи, Юль. Площадки крепления аккумулятора. Вот здесь такая пластина идет. Вот здесь идет пластина, вот снизу она поджимает аккумулятор. Данной пластины нету в наличии. Я сразу же озадачился, пошел искать. Парадокс. На вторичном рынке, на разборках, она, эта пластина стоит от 350 до 200 рублей. Вчера зашел на Экзисту, оригинал стоит 176 рублей. Я купил, придет 29 октября. Я за одним еще взял проставки. Будем поднимать этот. Ну, чтобы пружины не менять, проставки под пружины взял. Вот сюда поставим. Немножко передок поднимем. Жопа не просевшая, а вот передок на 5 сантиметров пружины просели. И я подниму ее проставками. И все. Так что вот такое крепление, парадокс. Оригинально 176 рублей стоит. Ну, здесь такая пластиночка идет. А на разборках 350 рублей. Я не знаю, куда мир катится. Так что вот такие дела. Че, все снимаю я, разобрал. Ну, такие мелочи, понимаете, ребята? Вот они мелочи, да, вот я Юльке вчера рассказал, вроде, нахер ты опять покупаешь? Я говорю, понимаешь, вот этот аккумулятор, он вот так начнет ходить, со временем ездить вот по этой платформе. Покажи, вот так. Да, и вот за этот болт он протрется весь.
И мы попадем на 4500, на 7 рублей на аккумулятор на новый. Лучше эту пластину купить, закрепить его и ездить спокойно, не париться. Понимаете, вот такие мелочи необходимы, да, вот этот же свет, лампочки поменять. Ну, это необходимость. Любой меня автолюбитель, наверное, поддержит. Как-то вот эти фары интересно снимаются. Это еще что-то держит ее. Не могу понять, только как-то они... Выводить их надо. О, все. Ну и что? Бачок, между прочим, меньше на 1 литр, чем у Mitsubishi L200. Бутылка 5-литровая не залазит. 4 литра мне залезло. Так. Выдергиваем. Видим, что тоже сгоревшая. Почему сразу на светодиоды не поменять? Непонятно. Ставим светодиоды. У нас тут, блин, дождики идут. Вот я не знаю, плюс-минусом, видите, там я угадал, а здесь угадаю, не угадаю. Хотя здесь резисторы стоят, может, они автоматически полярность меняют. Так как плюса, не знаю, если оператор покажет, фирма видео какая. Ладошку, чтобы не размыло. Ну, обычно плюс-минус пишут, здесь маркировки нету, я так понял, вот эти полярные резисторы, видите, плюс-минусом, они сами, наверное, подстраиваются. Но мы сейчас все равно проверим еще. Оп! Юлечка, я пошел на дело. А посмотри, знаешь, что, загораться ли у нас при повороте ключа, они, по идее, если в странах поддерживаться закон, что обязательно свет должен быть на фарах, а дальняя машина собиралась на Дальнем Востоке, то у нее, по идее, по законодательству должны автоматически включаться габариты. Ну-ка посмотрим, загорятся ли при ключе зажигания, если я поверну. Не горят, да? А вот так горит. Я все выключил, посмотрел, мне видно было. Все работает. Да, полярность не имеет значения. У нас отказала задняя камера вида. Опять геморрой. Флешку вставили с Юлечкой, поехали. Я говорю, давай музыку послушаем. Принес из дома флешку, вставил. И у нас сенсор отказал. И отказала камера заднего вида. Магнитола все равно старинная стоит, будет меняться. Я на Алиэкспрессе за 7000 уже присмотрел. Как раз для этого автомобиля уже с рамками, со всеми присмотрел. Так что все заменим. И магнитолу тоже. Ну, музыка все равно нужна радио, пока едешь. Все, давай ставим. Так, давай смотреть, бита крашена. Бита крашена. Где? Ничего не бита, ничего не крашено. Надо Максима Шолохова вызывать. Пускай смотрит. Ладно, в Москву поеду, заеду к нему. Посмотрит у меня автохлам мой. Так ставим. Здесь видим, что блок фар. Просто трещина. И не запаяна. Хотя фара, наверное, разбита. Видите, вот смотрите, значок вот, видите, белый. Это, наверное, с разборки фара бралась. Давай помоем тут, смотри, грязно. Где помоем? Сыро. И что? Ничего страшного, что ты, высохнет, Юлечка. Юлька говорит, давай подкапотное пространство вымоем. Только это и есть подкапотное. Не надо, высохнет все. Никуда не денется. Ставим фару. Вот эту застежку главное попасть. Хрен попадешь. Так-то вроде все поставил. Все. Прикручиваем на место. И готово. Дай-ка я, Юлечка, вот эти болты сейчас смажу. Подожди секунду. У нас есть смазочка. Лития-ионная. Специализированная. Белая литиевая смазка. Вещь. Не вымываться, ничего не делается. В общем, фара, походу, с разборки. Не знаю, разбили, наверное, где-нибудь хулиганы. Даже почему-то болт не докрутили. Поставили и все. Может, эти мошенники с автор... Блин, я забыл, как их... Аксель Кар, кировские мошенники. Они, может... Взяли битую машину и с разборочки фару поставили. Но это, опять же, не точно, но доверия больше к этим мошенникам нет. Ну как так можно выставлять машину, да, писать, что машина в технически исправном состоянии, проверена, комплексную проверку прошла. Приехали, по факту, пыльник порван, ходит. Мы сделаем сейчас, подождите час. Приезжаем, говорю, давай завтра приедем, так и пускай сделаем. Приехали утром, ничего не сделано.
А этот мастер одно говорит, этот другое поет, этот третий. Бля, действительно, вот надо было им рожи всем разбить там и милицию вызвать. Еще деньги сначала с нас забрали, блин. Но мы, конечно, сами лоханулись, блин. Не надо было им деньги-то отдавать. Или сказать, верните-ка деньги. Ну ладно, купили уж да купили. Но этим товарищам, я их буду упоминать в каждой рубрике «Автохлам». Они будут икаться. У меня этот аксель-кар, или как он там? Аксель-кар, но кировские мошенники. Потом указали, я говорю, что... Ну, я вам сейчас скриншот сюда прилеплю. Половина допов здесь нету. Ни круиз-контроля нету. Нету комплекта полных фар. Потом тут... А? Ну, комплекта ключей, да, нету. Потом нету, что тут еще? Я не помню, надо смотреть поэтому по списку. В общем, половины, что там заявлено, в автомобиле нету. Понимаете? Ну, это ли не мошенничество? Считаю, мошенничество в чистом виде. Вот жулики. И все. Все, закручиваю фару. Не знаю, что ее не закрутили. Все, подтянем чуть-чуть. И все. Во! Что было не закрутить? Все нормально. Так, ставим на место накладочку. Ну, опять же, я колоссальный, ребят, опыт приобрел. Машина-то, в принципе, неплохая. Но можно было цену сбить, понимаете, просто. И так недорого взяли. Она что нам обошлась? 690 тысяч. В принципе, для такого состояния это неплохо, но можно было полтишок-то смело сбивать. Ну, конечно, они бы что, не стали сбивать. Там, говорю, такие мошенники сидят. На одни рожи их посмотришь, все на лице написано. Да, они все еще в 90-х живут там. Да, действительно, их там никто ими не занимается, или жалоб не было. Но там тоже такие клиенты-то приходят. Мы пока оформляли машину, там все приходит, а в кредит берут. А когда люди берут машину в кредит, им что, на любые условия согласны, лишь бы дайте машину. И все, они больно-то не бодаются, походу, с ними. А мы за наличку пришли, начали бодаться. И быстренько и нам пыльник поставили. Ну, не быстренько, но все же. И все остальные. Что там еще-то? Они ничего больше не поставили. А такие дела. Ну, конечно, еще раз говорю, сами виноваты. Че. Зря, наверное, им 50 тысяч предоплату дал. Я бы в воскресенье, когда мы приехали, я бы их нахер послал. Идите в пизду со своей машиной. Ищите других лохов. А я уже деньги заплатил. И думаю, ладно. Да и машина нужна была, в принципе, такие вот машины, которые по этим, ну, которым по моим-то задачам, да, пикап, чтобы был вот такой полный привод, и их в городе и нету. Все, я же мониторил рынок, сидел 2 месяца. А что есть, так они все там за миллион и выше. А у меня такие наличности не было. Нам на зиму чем-то было отъездить. И вот мы взяли такой поджопничек себе. Но все же, и опыт я колоссальный приобрел, как с этими людьми сейчас общаться. На куда смотреть и что первым очередь сделать. Фары не горели, ребята, ё-моё. Одни эти в противотуманке горели. Я не знаю, ну тут-то такие, понимаете. Стеклоомыватель один не работал. Я уже домой пришел, эту пластину всю разобрал, шланчик там отпал, здесь это отпало. Я уже подклеил, сейчас я 2 стеклоомывателя, здесь пластиковые стоят. Я взял эти с медными распрыскивателями, купил, где-то идут. А говорю, тут косяков тоже было. Говорю, очередной автохлам. Я этого не стесняюсь. Ну, нет у меня возможности купить новый автомобиль. Как некоторые пишут, надо было вот этот новый взять в салоне, там, хуёне. Извиняюсь за мат. Но действительно, вот люди сидят, полный денег, наверное, полный счета денег. И думают, вся Россия так живет. Да нет, ребят. Деньги нам достаются очень с большим трудом, с Юлечкой. И помимо машины у нас, наверное, другие еще заботы есть. Вон, веранду не можем новую поставить. Живем в сарае. Так что не так это все просто. Это просто написать вам, что купите новую машину. Мы не можем себе просто ее позволить. Приходится вот такой покупать. В таком состоянии у таких людей. А потом и доводить до ума. Обходится себестоимость дешевле, нежели брать новую. Понимаете? Так что прекращайте, прекращайте. Если вы живете в достатке, мы только за вас рады. Но я еще столько не зарабатываю, чтобы покупать салоны автомобилей.
по 3,5 миллиона рублей, по 2,5. А Жигули или Ниву мне не надо, я уже точно сказал, что ну нахер мне это Нива. Если возьмем только заделанную, и то по лесу ездить, не больше. Там проблема-то в чем? Вон они продаются заделанные Нивы, как их на учет ставить? Я вообще не понимаю, там ничего в допы не вписаны, в ПТС. Купить-то не проблема, они цена-то вроде не кусается, но потом что, по лесам только ездить, на дорогу не выезжать, на заправку ведь надо ездить. Или она стоять будет мертвым грузом у тебя, не зарегистрирована, тоже такая машина нахрен не нужна. Вот такие дела. Сегодня такой философский у нас разговор с вами. А я вижу, что большинство-то людей понятливых на канале 99% есть. Выскочки некоторые. Не входят в положение граждан, нуждающихся в финансовой помощи или финансовом достатке нуждающихся. Ну что, Иричка, проверим. Так, выходи на исходную. Потом сеточку. Ну, сетку можно не ставить, она сейчас зимой-то нафиг не нужна. На следующий год уж. На следующий год, может, автомобиль уж другой будет. Я сейчас сам посмотрю, как это выглядит. Оп! Что, работает? Так, так, так. А что, нормально, за место ходовых огней. Ребята, хорошо светит. Вообще классно. Нам сейчас пройдет уманки. Давай я в разъюманке, Юль, покажи, как они светят и как это светит. Я их выключу. Противотуманки нам, оп, больше не нужны. Ну как? Ту-ту-рун-ту-тун. А? Замечательно все. И все. Я тут проконсультировался с нужными людьми. Говорит, езди, ставь. Это, говорит, не фары. Это не галогеновые ты фары меняешь, это габариты. Ничего тебе за это не будет. Все это нормально, в порядке вещей. Просто это прошлый век, вот эти лампочки. Сейчас уже технологии уходят вперед. Яркость тут не завышена. Обыкновенно яркость белая просто. Эти тоже. Что это, я не знаю. 70-е годы, а-ля москвичи. Все. На сегодня все. Сейчас мы смотрим. Может, добавим, как мы в Киров ездим, можем в следующем ролике. Пока на этом все. Лайки, комментарии. Всем пока, удачи. У рубрика «Автохлам» заканчивается. Ждите продолжения. Увидимся.